Всем привет, меня зовут Олег, рад вас видеть на своем канале. Сегодня вы попали в очередную рубрику «Обозрим», и на обзоре у нас будет снова виниловое издание. На этот раз от группы Гожира, альбом «Fortitude». И перед началом обзора, как полагается, несколько коротких фактов об этом альбоме. «Стойкость» или по-другому «Сила духа» — так переводится седьмой студийный альбом французской метал-группы Гожира. Он был выпущен 30 апреля 2021 года на лейбле Roadrunner Records. Альбом был записан в январе 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 выход альбома был отложен. Целью группы было написать более сплоченный и яркий альбом, чем «Магма», с акцентом на прогрессивное звучание, включив гитарные соло и элементы классического рока с позитивным лирическим посылом. По словам Джо Дюплантье, название альбома призвано вдохновлять людей быть лучшей версией самих себя и быть сильным, несмотря ни на что. Обложка была разработана и раскрашена Джо Дюплантье. Этот альбом был встречен одобрительными отзывами музыкальных критиков. На Metacritic альбом получил оценку 80 из 100 баллов на основе 9 рецензий, что указывает на в целом благоприятные отзывы. На 64-й ежегодной церемонии премии Грэмми сингл «Амазония» получил номинацию на лучшее метал-исполнение. Также для альбома было снято несколько видеоклипов на песни «Another World», «Born for One Thing» «Амазония» «The Chant» и на песню «Sphinx». Коротких фактов достаточно, теперь перейдем к обзору винилового издания. У меня в коллекции имеется европейское лимитированное издание на прозрачном виниле, а конкретно он именуется как Black Ice, то есть черный лед. Ну, в дальнейшем посмотрим, как это выглядит. Пластинка была изготовлена в Чехии. Упаковка имеет стандартный вид конверта для виниловых пластинок. Покрытие матовое, качество картона хорошее. На лицевой стороне поверх слюды присутствует стикер, на котором указывается краткая информация об этом издании. Качество обложки альбома очень хорошее, никаких пикселей, также размытий я не наблюдаю, все очень четко. На обратной стороне присутствует стандартная информация. Вид торца. Внутри упаковки присутствует белый конверт с виниловой пластинкой и двухсторонний буклет с фотографией и текстами композиций. Качество буклетика хорошее. Вот так вот выглядит винил. Это так называемый черный лед. Качество пластинки очень хорошее. Что касается звука, с технической точки зрения, масса тихая. Конечно, во время прослушивания прослушиваются мелкие щелчки, но они на звук сильно не влияют и не портят впечатление. Потеря качества ближе к яблоку на свой слух я не обнаружил. Что касается самого звука на этой пластинке, то звук мне понравился. Достаточно выразительный бас, очень приятные кусающие гитары. В общем, звуку я бы поставил высокую оценку. Вот такой вот вышел обзор. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях ваши впечатления от этого альбома и от издания в целом. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Еще раз всем спасибо и до скорой встречи. Скоро обязательно увидимся. Пока!